Госдепартамент США предупреждает о высоком риске терактов в Европе. Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов выпустило официальное предостережение для граждан. В сообщении указывается, что группировка «Исламское государство» может совершить новую террористическую атаку в любой точке Европы. По мнению Госдепартамента, недавние атаки во Франции, Швеции и Великобритании доказывают, что ИГИЛ имеет влияние по всей Европе. Спецслужбы США считают, что основную угрозу представляют террористы-одиночки. Госдепартамент предупредил американцев во время поездок в страны Европы быть особенно внимательными.